Чат, какая луна? Че луна, бля? Ну я знаю про луну, у меня все рекомендации в этом, все, блядь, на новостных каналах хайпанулись жестко. В чем сказать? Я не знаю, но меня правда заебало то, что мне здесь этот стул пихают, блядь. Бедолажный, блядь. Я не знаю, что мне сказать, блядь. Я не знаю, почему ни разу не сказали то, что нахуй... Мы снимали пушку 8,5 часов вместо 2 или 3, блядь. Ну, типа, как я понял, мне этот стул, типа, подарили, потому что, как бы, извинились за то, что так долго съемка была. Почему этого ни разу не сказали, нахуй? Я не знаю. Так, Лун, теперь думаю, что ты и жизнью за этот стул обязан, наверное. Бля, я не знаю, кто что думает, но мне этот стул из головы и из ушей в последнее время не вылазил, блядь. Как бы... Блядь, ну я не знаю, что мне сказать по этому поводу, как бы, ну, я не знаю, как бы, вот как есть, так есть, нахуй. Я никого не трогал, ничего не делал, блядь, с меня спроса нет, окей? Почему не понравился Дэр? Бля, ну я не, на Дэр просто я не увидел сообщение, нахуй, и не пришел. Я не знаю, у меня просто улетело оно. Мне сегодня, сегодня снимали шоу, там Амина мне что-то написала, я опять не увидел. Ну, не увидел, блядь, что из этого, разводить, что ли, блядь. Шарарам, нахуй, город танцев.